Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить торт Наполеон. А перед началом видео попрошу вас подписаться на наш канал. Для вас ничего сложного, а нам приятно. Берем глубокую миску, вбиваем одно яйцо, добавляем 7 ложек столовых сахара, берем венчик и все перемешиваем до растворения сахара. Когда сахар растворился, добавляем 4 столовые ложки муки и все тщательно перемешиваем. Добавляем молоко 1 литр в 4 приема и все тщательно перемешиваем. Смесь ставим на паровую баню, помешиваем, чтобы не образовалось комочков. Когда наша смесь нагрелась, добавляем сливочное масло 120 грамм и перемешиваем. После того добавляем 120 грамм шоколада белого. Когда заварной крем загустеет, снимаем с плиты и даем ему остыть до комнатной температуры. Когда остывает крем, начинаем делать коржи для Наполеона. Берем слоеное тесто, делим его на 6-7 ровных частей, раскатываем. Прокалываем вилкой. В заранее разогретую духовку до 200-220 градусов кладем наше слоеное тесто. Выпекаем 5-7 минут. Остатки слоеного теста измельчаем и украшаем торт. Наполеон готов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте поставить колокольчик.